В Уральском центре оказания специальных социальных услуг прошло спортивное мероприятие по зимним видам спорта «Барыс-2024». Главная цель – улучшить взаимодействие людей с особыми потребностями и формирование здорового образа жизни. В спортивном состязании приняли участие 10 команд и 70 участников. Люди с особенными потребностями и пожилые приняли участие в спортивно-досуговом мероприятии «Барыс-2024». Ведь спорт – ключ к здоровью и долголетию. Это лыжи, коньки, различные спортивные игры и многое другое. Помимо спорта, собравшиеся смогли весело провести время, пообщаться между собой, подышать на свежем воздухе, послушать музыкальные выступления, выпить горячий чай и попробовать различные угощения. Данное спортивное мероприятие направлено не только на улучшение здоровья наших пожилых людей, но и взаимодействие между собой. Молодежь участвует в спортивных состязаниях. Для старшего поколения мы подготовили музыкальную программу. Сегодня в мероприятии участвуют около 70 человек и 10 команд с разных социальных центров города. «Барыс-2024» предполагает проведение серии мероприятий в городских парках и скверах для содействия реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями при помощи физической культуры и спорта, адаптация их к жизни и интеграция в общество. По снежкам, по этим круги, потом проводят у нас хорошие, интересные лыжи. Мы любим самый любимый спорт, и мы всегда участвуем. Хочу всем пожелать удачи, успехов и всем победы. На сегодняшний день в Центре оказания специальных услуг 538 услугополучателей. 230 из них – престарелые и 280 – люди с психоневрологическими заболеваниями. Дана Керембаева, Булат Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42.